И сейчас снова главной теме выпуска – падение метеорита на Урале и его последствиям. Это кадры с того места, куда, возможно, упал космический объект. Местность малонаселенная. Вы видите воронку, которая там образовалась. По последним данным МВД, за медицинской помощью обратились более 400 человек. Информация постоянно меняется. Многие ранены осколками стекол, вылетевшими под воздействием взрывной волны. При этом состояние троих из пяти госпитализированных оценивается как тяжелое. Сильных разрушений на земле не зафиксировано, однако в шести городах отмечены повреждения строений. Так частично обрушились стена и крыша цинкового завода в Челябинской области. Пострадал также Ледовый дворец. Где-то падали подвесные потолки. В регионе, а также в четырех других субъектах федерации – Свердловской, Курганской, Самарской и Саратовской областях – созданы оперативные штабы Министерства внутренних дел. Там продолжают мониторинг ситуации, на местах идет осмотр территории. Во многих районах по-прежнему не работает сотовая связь, сеть перегружена. Добавлю, падение новых метеоритов специалисты не прогнозируют.